Здравствуйте, дорогие друзья! Я фитнес-тренер Парсадан Авшота. Сегодня мы рассмотрим замечательное упражнение приседания, которое нагружает все тело, но акценция смещена в сторону бедер, ягодиц и низа спины. Разберем базовые компоненты этого упражнения. Для приседания очень важно положение грифа. Располагается на трапеции. Ни на шее, ни на плечах, чтобы мы могли контролировать спину. Значит, очень важно, чтобы поясница находилась в прогнутом положении. Она не меняет свое положение во время приседания. Колени у нас направлены в сторону носков. Выдыхаем мы обязательно при подъеме, в активной фазе этого упражнения. Вдыхаем на опускании. Очень важно выполнять упражнение плавно, подконтрольно, без всяких рывков нижней и верхней точки. Приседания также можно выполнять широкой постановкой ног, ну, шире плеч. Носки мы разворачиваем тоже побольше. При такой постановке ног, приседая, у нас преимущественно нагружается внутренняя часть бедра, ягодичная мышца, бицепс бедра. Приседать необходимо чуть ниже колена. Уровень таза должен быть ниже уровня коленного сустава. Еще одна вариация приседания со штангой – это фронтальные приседания. При данной технике выполнения приседаний гриф у нас расположен на плечах. Руки перекрещиваем на груди. По-прежнему поясница у нас прямая, немного прогнутая. Положение ног на ширине плеч, носки развернуты. Приседаем. Глубина приседания, как по-прежнему, чуть ниже колена. Выдыхаем, акцентируем на подъеме. Стараемся не сводить коленки вовнутрь. При таком выполнении упражнения за счет смещения центра тяжести у нас изменяется и акценция нагрузки на ноги. Угол наклона корпуса изменяется, поэтому у нас практически выключается из работы ягодичные мышцы и бицепс бедра. И весь акцент смещается на квадрицепс. В таком варианте исполнения работают все четыре головки бедра. С вами был фитнес-тренер Парсадан Авшота. Занимайтесь спортом, будьте здоровыми и улыбчивыми, радуйтесь жизни.